В Славянском районе продолжается реализация федеральной программы «Комфортная городская среда». В прошлом году благодаря программе в Славянске на Кубани были обустроены два парка – «Молодежный» и «Аллея любви», а также 6 дворов многоквартирных домов. В этом году работы по благоустройству городской и сельских территорий продолжаются. Из федерального бюджета выделено 20 миллионов рублей. 8 миллионов будут израсходованы на дальнейшее благоустройство сквера «Аллея любви». В парке появятся новые зоны отдыха. Сейчас ведутся работы по укладке тротуарной плитки на дорожках и прилегающих тротуарах. Их планируется завершить в четвертом квартале текущего года. Полным ходом идут работы и в Петровском сельском поселении. Там будут отремонтированы 6 дворов многоквартирных домов по улице Володарского и Карла Маркса. Стоимость работ – 12 миллионов рублей. На сегодняшний день благодаря помощи местных жителей расчищена территория. Проведены все подготовительные работы. Ремонт будет проводиться с учетом пожеланий жильцов многоэтажек. Реконструкция затронет не только внешние объекты дворов, но и внутренние инженерные сети, которые будут заменены. Все работы планируются завершить до конца года.